Да. Ну, обычно, вот, когда борцы борются, тренеры там подсказывают, что швунгуй его, дергай его там, за шею дергай, там, все, да? И вот мы сегодня повторим, как нужно защищаться от этих движений, да? Но уже мы к этому возвращались, еще раз вернемся. Просто сегодня мы еще один элемент добавим, вот такой. Вот, допустим, вот хочет давить мне на шею, хочет меня швунговать, все. Вот здесь забираем его под локоть, делаем движение вот сюда и его скидываем. Вот. Здесь можно открывать даже эту ногу. Вот еще раз, вот, движение. Вот. Раз. Хопс, я ногу атакую. Ну это как вариант. В принципе, здесь. Даже если мы не ставим по коленку, сделаем движение. Хопс, мы здесь его забрали. И здесь его можно кинуть. Вот. Вот еще раз. Вот он давит, давит. Раз, движение. И можно дальше здесь ближе ногу забрали. Ближе ногу задержу, не падай. Вот движение. Вот. Раз. И забрали ногу здесь. Забрали ногу. Раз. Вот сюда вышли. Вот сюда вышли. Вот. Вот сюда вышли. Забрали ногу. Еще раз этот же вариант. Вот. Раз. Ногу забрали. Вот сюда вышли. Вот. Вот сюда вышли. Здесь ставим на эту ногу. И переходим сюда. Ну. Нужно понимать, что это не единственный, как бы, ответный прием или контрприем, или защита. Их существует масса, просто мы сегодня один из вариантов. А так, например, если он забрал, раз, и сняли руку здесь. Вот. Собрал, забрал. И сделаем его сюда. То есть мы сейчас, вот эта ситуация, когда противник забирает за шею, мы сейчас ее обрабатываем. Чтобы отступить в нырок, нужно снизу вот его локоть приподнять. Почему? Если у меня локоть не приподнимаю, он просто мой руку вот сюда скручивает. Ни судья, никто не успеет остановить, уже может травма локтя быть, да? То есть вот, раз, и мы уже приподняли его локоть, сделали движение вот сюда. О, раз, и мы его поставили в базовое положение. Я еще хотелось бы сегодня вот над этим, вот мы бываем на соревнованиях, и вот по юношам особенно, да, и старшие ребята бывают эту ошибку делают, вот, допустим, он в ноги проходит, его встретит здесь, встретит, и вот когда заходит, раньше времени здесь разворачивается, да, его просто здесь махнули и все, вот, здесь не нужно раньше времени вот так вот разворачиваться, то есть вот этот разворот, вот этот разворот, он не нужен. Тут раз, он тебя смахнул, и все. Вот эта ошибка, она все равно присутствует. Поэтому здесь, что мы скажем? Здесь. Можно локоть на себя выдернуть, вот здесь вот заходить. Вот. Здесь заходить. Это варианты. Можно, если мы даже попадем, не устоит, то здесь. Вот здесь вот взяли, тоже зашли сюда. Это как вариант. Но если мы заходим отсюда, мы должны его плотно за этот перекрасок грудью на него, и мы все не доходим на бал. То есть движение на него перпендикулярно, чтобы он не сделал браво или выстрел, там и контрприм и так далее. Вот. Но если нам получается, не получается взять бал, но мы дотягиваемся до голени, вот он делал движение, раз, мы его остановили, вот голени. То есть здесь мы не должны расслабляться, потому что здесь он смахивает нас. Если мы расслабимся здесь, да, и здесь, если мы дотянулись до голени, вот он вдруг проход. Он вдруг проход. Раз, остановил, и вот зашел. Вот здесь тоже идет движение на него. Тоже идет движение на него. Ни в коем случае мы здесь не оставляем без вот этого давления нашего оппонента. Вот. Ну и, конечно, если вы встретили его вот здесь, он проходит, но вы встретили его вот здесь, конечно, один из вариантов, но это надо здесь отключить правильно, что вот здесь треугольник вот такой, и голова зажимает его вот так, что он, ну, начинает, грубо говоря,
синеть. Но там дается 5 секунд, и мы должны за 5 секунд либо, ну, много вариантов не будет сейчас, а либо его мы здесь делаем и переворачиваем, либо он не хочет перевернуться, он стоит. Вот мы делаем движение, а он стоит. Тогда нам легче сделать балл. А если у нас это захват, здесь то вывод, перевернем. Все, спасибо.